Как определить сейчас вызревший или не вызревший побег? Смотрите, когда вы будете обрезать, слушайте звук. Слышали? Вызревший побег обязательно издаст характерный щелчок. И на срезе вы увидите вызревшую древесину белого цвета, именно древесину, и зеленую кору. Невызревший побег будет такого беловатого цвета, там не будет никакой зеленой коры, там не будет древесины, там будет просто масса. На вызревшем побеге, видите, как раз замечаете, что это именно древесина. Вот если вы услышали щелчок, значит хорошо, ваш побег уже вызрел, можете не переживать. Если ваш побег не вызрел, и вы не услышали щелчка, и как раз ваш побег такой, как масло, обрезался, значит побег не вызрел. Можно ли такие побеги оставлять? И если вы видите, что побег уже начинает одревеснеть, теряет свою красноту и уже становится такой более крепкий, да, такие побеги можно оставить. Еще недели 2-3 у нас есть тепла, под укрытием тем более, они могут вызреть. Но это будет зависеть от того, достаточно ли калия они накопили в своих тканях. Это уже от нас не зависит. Если они не перезимуют, вы их просто весной уберете. Если же побеги прямо маленькие, вы видите, они идут только-только-только вот от прививки базальной, такие побеги лучше убирать, конечно, они не вызреют, они подмерзнут, внутри будет коричневая серединка, и такие побеги просто не будут цвести, они будут тянуть на себя силы, а потом все равно после 2-3 месяцев вегетации усыхать.